Из-за отсутствия перспектив у себя на родине эти люди приехали в Германию. Здесь они надеются найти подходящую работу. Только в прошлом году в Германию эмигрировали более 1 000 000 человек. В основном это мигранты из восточных стран Евросоюза – Польши, Румынии и Болгарии. За ними следует юг ЕС. Почти 70 тысяч человек приехали из Греции, Испании, Италии и Португалии. Доля мигрантов из России, Китая и США значительно меньше. У себя на родине испанцы и итальянцы даже с высшим образованием не могут трудоустроиться. И все чаще отправляются на поиски работы в Германию. Результат – общий уровень образования мигрантов неизменно растет. Ведь по статистике почти половина из них – это высококвалифицированные специалисты и обладатели дипломов о высшем образовании.